Тебя повесит эфир. Точнее, он вернет тебя. С Монти, Бруно и Хана. Лужа, которая появляется, через некоторое время из нее выходит шип. Этот шип тебя откидывает и замедляет. Так, блядь, СС нужно заранее накинуть. А что вот это за дебаф был в курсе, как вот эти в Варкрафте скилл крит нарисован? Вот такой, 3 стака, это что за хрень? Это минус от хил. Ты когда, получается, стоишь... Хил — это череп такой синий. Ну да. Ну а ты, блядь, как крит выглядит этим в Варкрафте, ты знаешь? Нет. Красный такой значок. Что он дает? Чего? Вурдалаки. Вурдалаки? А что, ребята? Да, это вурдалаки, которые армур вижу. Япончик. Мосса, смотри, объясняю, вот раз, получается, между штормами есть три коста, нестабильная магия. Вот на тебя накидывается дебаф, и получается следующее твое заклинание идет только КД на 15 секунд. Ну, в КД на 15 секунд. То есть любым без. Ну вот на тебя накидывается этот дебаф, любым заклинанием его скидываешь. Например, жизнецветом. Войт, или ты поводишь? Адмирал, ты здесь? У меня сапрот 43 минуты, который я на келе выпил еще. Да, я тут. Подруби стрим. Блядь, сейчас включу. Посмотри, как ты на шипах лохнешь. Кто из вас водить будет? А мне без разницы. Карина? В Дискорде, нет? Дайте прям сейчас это, у СС откатились, раздели на локи. Там типа на второй фазе дофига народу сдохло. Если СС откатили, дайте раздели на по норте локи. Ну, по второму стабдуиду. Погодите, мне звонят. Кто говорил, кстати, что лучи не шотали? Говорили, что раньше шотают лучи. Раньше шот или сейчас урон порезали, и если у тебя есть какой-то, например, типа там дубовая кожа, да, или от локами он 20%. Да, я поймал. Или щит от ДЦ. Щит от ДЦ типа был. Я один раз так засейвился, точнее ДЦ меня спас. Что не так с метками? В плане. Что такое? Ты на боссе будешь сидеть или водить? Ага, на боссе еще. Подожди. Ты хочешь, чтобы я поддержала босса с трэш? Да. Или водить будешь? Девка, я тебе... Води. Девка, если я буду водить, весь мелкий трэш будет на мне. Вот никаким образом я не смогу водить так, чтобы он был на мне. Мелкий, а если значит, я буду держать босса, я умру через 10 секунд, потому что у меня нет тринкета на саппорт. У меня ничего нет на саппорт. Будут ретаунти. Значит, води одного моба и все. И у меня на мне будет весь остальной трэш вместе с этим мобом. Не будет он на тебя. Трэш выходит по краям, а мобы появляются в центре. Ты просто отводи, набивай агро, когда салют проведешь. Да там агро набить одна кнопка, один удар. Локи, у вас СС откатили? Да. Розелина, дай по Мозе. Фу, погоди. Розелина по Норте, а Локи по Мозе. Вот, Жужину, да. Ладно. Жужин, хочешь, чтобы прожималась кнопка? Способность Т5, панель убирай. Так, все, тут я готов, стрим запустил. Еще раз чекнуть.
Пухан, чего не хватает? Рыба? Отрабатывай эту палку свою. Поставил рыбу. Лапу приставов дайте. Сейчас поставлю рыбу еще раз. Войт, ты единственный ДК. Поставил. К сожалению. Дай мне. Карина. Саша здесь? Подрубил стрим? Скинь ссылку. Лучше инту бафни. А кто угадает, сколько останется от этой фазы всего, что ты написал? Локи, на третьей фазе можешь покидать замедло? Я на второй покидаю, на третьей. Чё тут? Ждём. Давайте как-то побыстрее убьем, что ли. Мне еще в город надо ехать. Бегайся в танк, убьем. Я? Я могу... Или ты хочешь, чтобы Войт соло танчил? Я могу 220-м танком потать. Че, Войт, протестируем? Кого? Он не сможет соло танчить его здесь еще. Не сможешь, давай не будем экспериментировать совсем. Я шучу. Ждем ее минут 5. Все-таки одного поводит у нас, да? Ну такой вариант на боссе стоять вообще никак. Да не, как бы можно, если все 5 хилов будут оверхилить хорошенько. Если они будут знать об этом, то что будет прошло. Ой, блин, у нас был такой момент, когда протовар танчил. То ли трэш, то ли джайну. Вот это было больно. Я так захилил. Это было просто что-то. Ну, когда танчил про товар. Тут же одна магия. А у нас тогда выбора типа не было вообще танков. Надо мне Т5 собирать. 3 куска еще. Но нестабильная магия кидается каждые 20 секунд. Там вот период между штормом, там другой тайминг. Точно не могу сказать. А так, после первой нестабильной магии каждые 20 секунд. Или что мы ждем-то? Ждем Артемию. Не знаю, может интернет, может перебутает роут. Не зайдет, значит роут, потому что танк больше. А я саппорт поэкономлю. Можете выйти. Но только не уходите. Танки вары не говно. Вары топ. Извращение какое-то.
Что-то половину повыбивало. Сопроты экономят. Там в обычке-то боссы бьют по 10 тысяч. А ты удивляешься, что он там хп не падало. Ебать, что вообще происходит-то? Да ничего, она не должна по 10 тысяч бьет, блядь. Нет, главное, что столько народу нет. На панде протовары были, накидывают на себя абсорб и все. И урон не получаю. Народ сейчас софтнулся, чтобы саппорты не тратить. А? Время чекает просто. А? Да что там, ну было 300, стало 200% и все. Не знаю насчет какого там спека с двуручкой, что там это дает. Да, блядь, Т5, это понятно. И что, сколько ждем? Ну, давайте еще посидим минут 3. Не зайдет-то все. Ну, я не знаю, сколько у него хп там было. Геру танчить какую-то там, Личаха, Леона, как он будет? Это же не вариант. Вам ЕП начисляли за келли? ЕП еще не было, ни за приход, ни за келли. Ни за приход, ни за келли не было, да? Ничего не было, ты начислишь. Окей. Личка — это все фигня. Таких беспонтовых спиков танчить. Давай пока на числе получается. За приход тоже не было, да, говоришь? Да, за приход, за приход тоже не было. Окей. Там еще Фрэнзиксу надо начислить. Он был. Лёхе тоже, да. Сейчас, дайте, подождите, я поснимаю, пока помню, его не было. Так, и... Пухан, тебя, да, не было? Был провокатор. Хотите, она зашла. Я думал, сейчас в город поеду. Чес, да? Посидишь еще, Саш. Ребят, заходите, не будем время тратить. Заходите, да. Крен, что, тебя интернет убил? Кто еще, Френдик на замене сидел? Да, Френдик. А он с вами ходил? Он с нами в толпу ходил? Да. И Келли у его, точнее, когда Келли у его... За Келли ему начислит тоже, да, приход. Он по ДПС, вон он сколько, он 8 лямов. Ну просто он иногда ходит вечером. Ой, ну назад, Женек, Мозер, Жужин, Проня, заходите. Я сейчас так же буду, как Френзик, какие-то рейды в ДВ ходить, какие-то вечером. С новым графиком. Мозер. Сказал же, блядь, выходите из мира, но не уходите. Если будет онлайн четкий, ты можешь просто не попасть в рейд. Я имею в виду ДВшников. Зад, а чё это так? Никитос, Норти, Мос, Женуэн. Женуэн. Блядь, Карина, нахуй ты пришла? Всё. Так, ладно, уберите папку, у кого нет. Массовый. Все готовы, то я запускаю. Пускай.
Вот, не приедут зомбаков. На базе. Элброл в Т5. Но он обычно холит. Нет. Все, давайте 10 секунд до активации босса. СС-ы потом обновите перед второй фазой. Как на ДЦ-1 обязательно дайте. Чего за мной орда бегает? Я не знаю почему, но Квадбона опять лазерует. А Квадбона на штурме отойдете. Который еще зачетный. Разбежались. Дайте за мидл локи. Угу. Далеко стоял просто. Сбежались. Шторм 10 секунд. Набрать дистанцию. Разбежались. РДД, которые близко, свечнитесь большого. Разбежались. Жожен по ДЦ и НР, пока тот по старшинам. Разбежались.
РДД, который близко к свечнице с большого. Остальные перебежали. Сбежались. Дайте сейчас СС по Мозе. И потом по Норте покидал обновишь. По Норте да и. Локи по Мозе дашь. РДД свечнулись. Милики заретаунтите с медведем маленьким. Ханты тоже маленькие. Чё дайте на ману гейм? Чё-то дохуя ману. Мазер дай гейм. Разбежались последний шторм. Хильте лучше. Сбежались. Все в кучу, чтобы в одном месте были сверки. Проводи Карину, тут хватит. Все, РДД свечнулись. Хильте. Свои нет, он сейчас разбить. Ну, ХП большой, вот который стоит, его можете добить. РДД большого. Второго мало ХП. Приготовились кнопку прожать. Прожали. Опустили. Лучи. Метки. Метеора. Забирай. Карина, дай по Мозеру, БР. Лучи.
Он в черепе, если что. Тогда Войда лучше хилить. Метки. Метеоры. И поползут. Как Войд это заберет у тебя, Карим, подними Мозера. Напиши ей, Мозер. Все коллапсы звонят. Лучи. Метки. Жена, подними Мозера, пожалуйста. Метеоры. В черепе Мозер лежит. Лучи. Брону вижу. Метки. У него зад будет прозан, броня, NFT, Локи. Супрестан ребров дайте. Метеора. Не закрывайте с меткой, женек. Ползут. Лучи сразу будут, милики не подходить. Метки. Метеоры. Помогите. Лучи. Метки. Попросите иннер дайте. Метеора. Рогу не поднимайте пока что. Ставим Бэра на купол. Бля, такое бывает, что вообще нет на метке никаких. Инора влейте, у кого есть, один попросите, Зужин попросите до шина. Пока тут остался. Пока тут Инор остался. Буря, девка Мосса. Метки. На РНЖ ставьте. Соседний сразу сливаете. Метки. Разбили. Браско, поставь это льда. Луч. Метки. Слили метки. Буря. Элрей, япончик. Геру дайте, Геру.
луч. Блять, крест. Уел вправо, все ушли. Никто не возвращается обратно. Дал тычки. Демона Лока полетела. Луч. Ух. Купол, 10 секунд, стоим на месте, ждем купол. Может быть натиск, еще смотрите каст. 5 секунд. Не будет уже натиска, 5 Буря. Секунд, сейчас купол будет. Стопните тут, пожалуйста. Купол. Его зачем вот вперед бежать? Надо было назад отойти. Купола не видно, сильно не заходит. Все, выживайте. Просто а Тамару, слишком далеко вперед от всех не бегай. Пять бэров там распределяйте пока. Моса, дашь попросите. Бля, пуха. Брун. У Бруна потрачу. Она давала. Жужин по Покатуту. Норти, Мозеру, по Покатуту мне. Моса попросите. Моса, попросите, Норти, по Мозеру, Жужин, по Катуту, по Катуту, по Гевке. Женек, встать есть? Встанешь, значит. Даже. Ложимся? Би нет. Бегайте. Может, метка не будет. Все в метку. Замедло Локи, киньте сразу. Замедло по боссу. Сразу же бафы попавшие. Натиск. Играю гимноману. 5 секунд тотем. Буря, прости, адмирал. Буря, япончик, прости. Те, кто может, кикайте косты с образов. Луч. На месте стоит, зайдет. Буря. Понял, назад Нортиси. Натиск. Луч. Просто отдаем. Конечно. Буря. Женек Денчик. Дайте Геру, у кого есть.
Захиливайте луч. Шары старайтесь не ловить. Я гимна хватаем. Натиск. Косты, косты, косты. Справа баба стоит. Кикайте ей косты. Кто-нибудь. Шаманы. Через 20 секунд будет купол, если выживаем, переводим. Метки. Похоронил. Да, похоронил. Купол 10 секунд. Разбейте быстро, пожалуйста. Некому бить. Мне бы не повезло с костом. Да, вообще не повезло. Ну все, пиздец. Я хуй знает, был в Миликов, но типа за малым кругом все были, типа почему-то. Вот, да-да-да, типа питомцев, по-моему, даже ну, не было ни одного. Типа уебало прям в нас, нахуй. Вервуль, в чем проблема прожать кнопку? У меня кнопка не появляется, я убрал с панели... Т5, все равно кнопка не появилась. У тебя, когда 4 макрос не появился. У тебя, ничего. Когда 4 Т5 активируется, у тебя появляются кнопки? Да. Ну, там и должен... Там, оно там все равно не работает. Оно я даже если смотри, ты сольешь... Если ты убрал, перетащил кнопку Т5 к себе на панель, то кнопка купола у тебя не будет появляться. Верно. Появится, ага. Появится. У меня на ДЦ такая хуйня. Вот у меня сейчас, ну, в первом трае... Она была на панели, купол не появился. Вот. Во втором трае я убрал ее с панели. Так надо она два опять не появилась. Если у тебя Блять, парни, вы послушайте, когда у тебя даже если не активен спелл, он почему-то нажимает на этот спелл и пишет, он не готов. У меня на ДЦ такая хуйня. Я знаю, что это, я его понимаю прекрасно. Я типа хз, что делать, мне, наверное, лучше просто снять Т5. Оно горит, да, типа нажми, ты нажимаешь, он говорит, хуй тебе, большой, толстый, волосатый. Я с Хотом поговорю, может Макрос. Он...